Пришла. Молчит. Глядит через порог. Что ей сказать? Она не за словами. Снег в небо упирается локтями, белее за молочными плечами. И колокольный свет течет в зрачок глазницы, наблюдающей за нами. В ее руках косы нет, нет мешка, простоволосье капюшон не прячет. Мне в мыслях она виделась иначе, но ее спутник, окрыленный мальчик, один в один, кудрявостью виска, похож на тех, что на иконах плачут, и на картинках кружат в облаках. И были их движения легки, что воздух не заметил колебаний. На их рубахах ворот тонкотканный, земное не тревожило дыхание любым земным законам вопреки. Чтоб не нарушить строгого молчания, я и свое в себе загнал в тиски. К рассвету дом покинули втроем, и с той поры мне часто стали сниться слепой зрачок разверзнутой глазницы у ног моих, лежащая синица, позвавшая гостей в мой сонный дом, и женщина, целующая птицу в предплечье под безжизненным крылом.